включаю нашу теплицу. Готовую, хорошую, красивую. Посмотрите, от уральской усадьбы. Вот. Ну, еще точно не закрепили. Вот какая она у нас. Вот какая красивая. Красавица ненаглядная. Поглядите, у нас растут арбузы. Видите в ней? Видите? И дыни. Вон они, дыни. Вот, вытянутые. У нас очень много урожая. Вот, видите? Вот такая крыша мы сделали. Вот. Так, вход. Вот. Поделили. О, огурцы, видите, какие большущие растут. Огромные. Мы просто не нарадуемся. Теплица, вот, она так сделана. Вот. Видите? Вот так. Очень хорошие, стойкие. Очень прочные, очень весомые. Вот две нитки натянуты. Вот видите? Здесь помидорки. Мы уже несколько ведер сняли. Они краснеют. Сейчас вот остались еще эти. Вот сделаны автоматические форточки и проветривание. Вот на три двери. На три двери. Очень мы довольны. Просто вот не сказать как. Она же является границей между другим участком. Вот грань. Вот. Поглядите. Выйду. Вот такая вот. Вот. Видите? Там дальше забор. Вот так вот. Крыша. Ну, внизу мы сделали, забетонировали. Здесь еще окончательно не сделано. Ну, будет сделано. Вот так вот. Здесь огурчики, арбузики. Все вот это вот. И каждый год мы собираем большой урожай. Вот. Всем советую. Очень даже советую. Потому что это самая лучшая фирма, которая может делать такие вещи. Я очень-очень изучала все, смотрела. И это самое практичное. По две нитки вот натянуты. Там. Видите? Вот так. И еще одна у нас там. То есть у нас только эти теплицы. Вот она какая. С этой стороны. А здесь забор. Так, вот покажу вам с этой стороны. Здесь не сделан еще желобок. Но он у нас есть. Очень удачно. Очень-очень к нам обошлись. Очень. И положительно. И по-человечески. Я считаю, что работники заслуживают очень высшей награды за такую вот очень высокого качества работу. И нам пришлось заказывать так далеко, но мы очень довольны. Очень. Я теплицу показываю. Всего доброго всему коллективу. Я желаю добра, счастья, процветания. И чтобы ваша теплица и дальше пользовалась.